Значит, проблема у нас следующая. Мы запускаем мини-эдит, делаем произвольную топологию. Сохраняем ее. Lockwork сделали. Pop01 сейф. Выходим. И видим, что у нас ошибка. И заходим в каталог Work. LS-all. А размер нулевой. Из-за чего-то. Ну, явно какая-то ошибка. Ну, какая может быть ошибка? Ошибка может быть... В коде явно из-за того, что проходила миграция с версии Python 2 на Python 3. Как мы это решим? Ну, можно или разбираться, хачить код вручную, или попробовать скачать. Свежий код. У нас один интерфейс. Давайте мы машину остановим. Поставим тут второй интерфейс. Натовский. Запустим. Мини-эдит. 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 Мини-нет. Мини-нет. И в конфиг. Вот он цепляет, собственно, вот только один интерфейс. Ну, я думаю, второй мы поднимать не будем. Вот наш git pull. Так, ну, похоже, что он пишет, что не поддерживается этот протокол уже. Ну, давайте через HTTPS, что ли, сделаем. Давайте мы так сделаем. Переименуем move mininet rig. Так, ls-all. Вот, и теперь git clone tps github.com mininet git. Так, ls-all. Вот у нас папка mininet должна появиться. Вот она. Id mininet.
И теперь новые инсталируем бинарники. Sudo make install. Так. Ну давайте. Down. Установили систему. Отключим. Давайте теперь второй. Интерфейс он нам не нужен. Запустили опять мининет и в конфиг. Все старое у нас сохранилось. Тут мы вылетели, подключились опять. Ферм запускается. Sudo минус i. Ферм не запускается. Xaus лист дисплей Sudo xaus@ левой кнопкой мыши выделяем, средний вставляем xperm. Да, запустилось. Так, запустим теперь наш мининет. У вас тут что-то? А, мы выйти должны из рута. Так, Sudo, мининет, мининет, samples, мини-эдит. Запустили, значит, хост 1, хост 2, switch, крутить. А, почему? Так, щелкнул, delete нажал. Вот. И файл сохранили. Work каталог. Lab 01. Пустой у нас был. Вышли. Иди work. ls-all. Вот у нас нормальный уже файл, нормально сохранилось. Он только рутовый, мы Sudo chown mininet и так. Чон минус R сделаем. Мининет. Work. LS минус all. Вот это наш. На мининет поменялся пользователь.
Теперь давайте мы посмотрим, запустим опять MiniEdit и файл open work lab открывается. Вот таким образом мы разобрались, и теперь у нас все сохраняется. Обновили.